Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, любители и профессионалы боевых искусств. Я Роман Карасев. Хочу пригласить вас на вторую научно-образовательную конференцию «Дзюдо. Наука, практика, искусство». Эта конференция проходит в рамках образовательного проекта «Мы изучаем дзюдо», который был инициирован Всемирной ассоциацией дзюдо и поддержан Обществом изучения боевых искусств планеты дзюдо. Конференция проходит также в рамках образовательного проекта «Концепция воспитания культуры человека через изучение и практику боевых искусств». Конференция проходит второй раз, и на эту конференцию приглашаются все, кто интересуется боевыми искусствами, различными стилями, высказать свое мнение по тем или иным вопросам, обсудить различные доклады, научные темы, касаемые практического применения боевых искусств, теоретического применения, как они влияют на нашу жизнь, на жизнь человека, на жизнь того, кто практикует боевые искусства, каким образом боевые искусства могут также оказывать влияние на вообще окружающий нас мир. Поэтому я буду рад видеть всех на второй научно-образовательной конференции «Дзюдо. Наука. Практика. Искусство», которая состоится 26 декабря 2020 года. Эта конференция будет проходить в формате Zoom, но а также, возможно, мы ее проведем и в, так сказать, живом формате. Те, кто смогут приехать, информация о месте проведения живого формата будет дана чуть позже также в описании и на официальных сайтах Всемирной ассоциации дзюдо будет ссылка в описании. И на официальном сайте Общества изучения боевых искусств тоже будет ссылка в описании дана. До новых встреч! Изучайте боевые искусства, совершенствуйте себя. С вами был Роман Карасев.